Третье испытание. В камень. Позвольте горгонам превратить вас в камень 10 раз, при этом вы не должны погибнуть. Собственно, вся идея в том, что даже в God of War 3 осталась такая штука, что как только вы схватываете медузу, то она... Нет, она не падает в бездну, она обычно сразу начинает пытаться вас превратить в камень. И вместо того, чтобы использовать золотое руно, чтобы отбиться от этой атаки, вам нужно, наоборот, стараться как можно лучше, быстрее успеть схватить эту самую медузу, чтобы она сразу активировала свой взгляд. Но, как видите, очень много дополнительных факторов. Прям слишком много. И поэтому, наверное, это испытание не на время, и меня это, конечно, радует. Но на самом деле это довольно тяжело, то есть это требует определенных попыток. Это одно из тех испытаний, которое не получится, скорее всего, с первой попытки, но получится с какой-нибудь там второй или третий, если повезет. Как видите, в такие моменты, когда сатир вас подбрасывает, самое главное это успеть не попасть под луч медуз. Это, конечно же, везение определенное. К тому же вам еще надо успеть не умереть. И, в общем, как видите, под конец это настоящее безумие. И в последний момент надо успеть вот так вырваться. Я успел, и только благодаря этому и прошел это испытание. Испытание на везение. И во многом это характеристика третьего испытания. Но я уверен, что вам в конечном счете повезет. А давайте теперь перейдем к четвертому испытанию.